Друзья, всем привет! Перед вами лицензия Amir Capital Group, что занимается трейдингом, и эта компания зарегистрирована в Эстонии. Перед вами я открыл лицензию, и эту лицензию вы можете самостоятельно проверить, в том числе и Google. Смотрите, тут есть русские версии для этого, что открываем, и действительно имеется регистрация в Эстонии. То есть Amir Capital имеет лицензию в Эстонии для деятельности. Это Европа. И можно ли его доверять? Мои отзывы вы уже видели, что я его полностью доверяю. И сегодня я хочу показать, доверяют ли его другие блогеры. Вот тут видно мое доверие к нему. И сейчас сделаю короткий обзор от очень известных блогеров, инвесторов и прочих людей, кто в том числе вместе со мной доверяют Amir Capital Group. Так, нажимаем вывод, вставляем адрес, 7F заканчивается. Посмотрим. Да, 7F заканчивается. Все верно. Указываем всю сумму. И нажимаем вывести. У меня подключен номер телефона. Сейчас должно прийти сообщение на мой телефон. Вот оно пришло. Ввожу его. 085-787. Вам тоже настоятельно рекомендую, да, чтобы подключен был номер к вашему телефону, чтобы никто не смог без вашего ведома вывести деньги. Все, заявка создана на вывод. Именно я буду выводить 490, она будет уже, скорее всего, придет мне уже во вторник вечером. И сюда вот, на где вот написано адрес кошелька, будем уже вбивать с пэйра. Заходим вот где вот USDT, нажимаем пополнить и копируем вот этот счет кошелька. Все, скопировали. Чтобы денежки пришли сюда. Так, переходим обратно. Вбиваем адрес кошелька. Все вбили. И нажимаем вывести. Сейчас сообщение на телефон отправлено. Сейчас мне придет подтверждение. Точнее, не мне, а моей жене. Так. Давайте посмотрим. 886 023, и нажимаем кнопку вывести, и все, видим, да, заявка на вывод успешно отправлена. Потом нажал далее, после этого, да, высвечивается вот такое, нужно вам на вот этот адрес закинуть, получается 463, перевести. Так, копируем, заходим обратно в Amir, нажимаем вывод, пишем здесь, ставим вот этот адрес, который вы вот здесь вот скопировали, вот этот адрес проверяете, 89E заканчивается, 89E, здесь пишите 463 доллара, нажимаем вывести. Сейчас мне придет на телефон код. Так, 033-363. Ну, это в целях безопасности. Да, нажимаем 3-363. Нажимаем подтвердить. Все, запрос на вывод успешно создан. С своего кошелька можете уже в любое время эти денежки вывести. И вот как раз у меня, да, вот на счете стабильной, накопительной, было уже сегодня вот начисление 536 долларов. Здесь вот нажимаете вот перевод,
Выбираете фонд, куда хотите перевести, там кошелек USDT. Пишем, да, там какая сумма. Я, по-моему, уже сегодня сделал. Давайте развернем. А нет, еще не сделал. И вот, чтобы снять, да, вот эти деньги на кошелек, нажимаем что? Нажимаем перевод. Указываем, куда. Это у нас кошелек USDT. Выбираем сумму 536 долларов. И нажимаем перевести. Запрос на перевод отправлен. Период 15 минут. Принимается USDT, номер кошелька и сумма. Мы копируем номер кошелька. Переходим сюда. В USDT нажимаем вывод. После чего вписываем 310. И выбираем адрес кошелька. После чего уже проверяем последние цифры, потому что много программ сниферов обязательно проверяйте кошелек, куда вы переводите. MQW. Переходим MQW. Все отлично, нажимаем вывести. После чего у нас у всех есть именно двухфакторная авторизация, сейчас я ее введу. После чего нажимаем кнопку вывести. Заявка на вывод успешно отправлена. После чего нажимаем операции развернуть и видим перевод 310 долларов совершен. 1000 долларов в течение 14 дней, то есть 2 недель. Итак, значит, мы вводим сумму. Можно поставить галочку добавить всю сумму, если хотите вывести всю сумму. И дальше нажимаем на перевести. Все, вам уведомление на экране возникает, что перевод успешно создан. Итак, значит, мы вводим сумму. Можно поставить галочку «Добавить всю сумму», если хотите вывести всю сумму. И дальше нажимаем на «Перевести». Все, вам уведомление на экране возникает, что перевод успешно создан. Ваша заявка в обработке. Это все с вами посчитаем. И я покажу то, что это именно та сумма денег, да, которая пришла. Вот видим, да, 601,35. И давайте зайдем вот в обмен и сравниваем, да, цифры. Тоже то же самое. Давайте вот список вывода. Ну, то же самое сумма получается. И давайте посчитаем. К примеру, в понедельник положили деньги себе, завели деньги на баланс. И во вторник поставили весь баланс свой на вывод. Заморозки здесь нет. Что тогда происходит? Вам в 12 ночи, в воскресенье, по истечении недели, то есть вот сегодня вторник, я поставил на вывод. Мне только в воскресенье примется моя заявка, и уже с понедельника отсчитывается вот это время. То есть, давайте на живом примере покажу. Я снимал USDT. Вывод. Я создал заявку, дата и время операции, когда она прошла. Она прошла 21 числа в 10:42. Я поставил заявку в воскресенье. Если вы поставите ее в среду, либо в любой другой день, либо в четверг, она в воскресенье у вас обработается, и в зависимости от суммы выплатится. Понедельник не будет выплаты, потому что 48 часов минимум. То есть во вторник, либо в среду, либо в четверг. Все зависит, конечно же, от вашей суммы. Снимать с накопительного счета Ethereum. Фиксироваться будем прибыль в Ethereum. Так, что для этого надо делать? Для этого идем на накопительный счет и просто нажимаем кнопку «Перевод». Сколько я буду переводить? Я нажал неправильно. Выбираю Ethereum и «Перевод». Сколько я буду переводить? Я переведу, скажем, 2,5. Это тогда 2,5. И, как видите, мне придется ждать 48 часов, начиная с понедельника. И тогда деньги появятся мне на счету. Что, нажимаю перевод и все. Перевод в обработке. И, скорее всего, вторник или среду они появятся мне вот сюда на счет.
Так что вот, друзья, вот такой фонд Амир Капитал, совершенно легальный, лицензионная компания трейдеров, кто привозит нам прибыль каждую неделю, и мы с ним очень довольны. Это не был никаким образом призывом к действию, просто я и многие другие блогеры доверяют этого проекта, и мы тут зарабатываем каждую неделю, и вы видели, что совершенно неплохие деньги. Так что, друзья, всем пока. Если это видео было вам полезно, ставим лайк, подпишемся на мой канал. При желании присоединяемся в наш фонд Амир Капитал, где можно начинать инвестировать всего лишь $1. И, как вы видели, нету никаких ограничений ни на вывод, ни на ввод. Нету никакого заморозка тела депозита. Всем пока. Зарабатываем честно и, главное, быстро.